Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог. Мы не дома, сейчас в Бонне на 2 дня. Его опять в командировке, я с ним вместе ездили на выходные. Были у моей подруги с мужем, у наших друзей, вернее, в гостях. Ну и хорошо провели время, прекрасно. Ну уже ничего вам, конечно, не снимала, они не снимаются же мои, да, друзья наши, вернее. Поэтому, ну, были на одном празднике. На природу не выходили, потому что дожди были, и в лесу такая грязь, все бы испачкались, поэтому на природу не пошли, а пошли на этот праздник. Праздник был средневековье, и очень так красочно, и люди в костюмах ходили, и так, ну, представляли, как они там, ну, жили, и даже какие-то поделки они там продавали. Все вам засняла, сейчас вставлю в этот ролик. Ну, а сама сейчас пойду позавтракаю и потом куда еще, по магазинам. Инго придет поздно, где-то говорит, 10 часов. Я говорю, ну ладно, где-нибудь поешь, а я схожу в город по магазинам и там тоже где-нибудь перекушу на ужин. А на завтрак сейчас пойду позавтракаю. Ну, вам, конечно, потом все покажу. Ну, а пока завтракаю, вставлю вам сейчас кадры, как мы на этом празднике были. Ну, и вчера тоже сюда в Бонн приехали. Сначала был дождик, но немножко передохнули. Потом дождик кончился, все-таки вышли в город. Были в мексиканском ресторане, тоже вам засняла. Вкусно поели, ну, а вечером уже потом отдыхали. Ну да, мои дорогие, сейчас позавтракаю, приду и покажу вам комнату. Уже в этом отеле были, ну, немного другая комната, ну, засниму вам. Ну, а пока на завтрак, а вы смотрите, как мы провели время на празднике. Ну и, конечно же, в Бонне тут немного. Приятного вам просмотра. Обкирадая цель до свебай анон свен ван, он гутит сайт митайнанда фебрахт ван вафтем фест, тат махих ец ди аушниты цайген фон дем фест. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und dann nach Bonn angekommen, waren wir ein bisschen durch die Stadt bummeln und ein mexikanisches Restaurant gegessen. War sehr lecker. Ja, und dann nichts mehr gemacht. Heute ist Ingo arbeiten und ich gehe jetzt frühstücken und dann in der Stadt bummeln.
сегодня в такой деревушке, Фюстнау называется. Тут такой старинный праздник. Приехали посмотреть. Все переодетые такие. Ну, как раньше жили. Так интересно. Даже гардеробчик есть. Да? А, вот и я не купила себе метфоящин. Шпита. Ну, я кажется, я рейдинг. Шикс думина, он дизайн. Элизабет. Guck mal, wie die das. Ach, die macht ja auch so eine Borte. Ja. Machen Sie auch so eine Borte, ja. Ja. Ja, habe ich da vorne schon gesehen. Вот мы попали на праздник. Какая прелесть. А тут розочка пахнет так как. Смотрите. Понюхайте. Прямо отсюда стою и уже запах чую. Так интересно. Каруселька тут. Ручная работа. Это Сантарбайт, да? Какая прелесть, скажите. А слоник вот 75 евро стоит. Вот этот. Ну, настоящее дерево. Ну, 150 килограмм даже выдерживает. 30 евро. Одна такая табуреточка. Прелесть. Красота, беседка какая. О, даже рыбка есть. О, видели? Выпрыгивает. А тут птичка ходит. Какая прелесть.
красота. Alles gut. Das hat natürlich wieder den Haken, die andere Tür zum einen, Boden 1. Ich muss das mal leer machen, bevor ich was Neues reinmachen kann. Das ist eine Fasse, die wäre schon wieder Krise gewesen. Hat aber wieder den Vorteil. А здесь танцы, посмотрите, какая прелесть, красота. Let's go!
Schön. Kenn ich gar nicht, hab ich noch nie gesehen. Ja, gut. Ja. Ein Foto mit dem Obst. Schätze. Ja? Ob du ein Foto mit dem Obst machst? Ein Brötchen. Ein Brötchen. Ein Brötchen. Послушайте, как уличные музыканты прелестно играют. Просто прелесть.
Ordnung, Alter. Aber das liegt bestimmt was. Ja, ne? Хорошо провели время, посмотрели на этот праздник, так прекрасно, интересно было, все такие в костюмах, просто прелесть. So schöner Fest, Mittelalter Fest. Sehr, sehr schön. Ja, sonst hätte gefroren, ne? Гуляем тут по этой деревеньке, такая красота. Такие старые дома с надписями, как раньше было. Интересно. Люблю вот такие деревушки, знаете же уже, да? Прогуляться. Одно удовольствие.